Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Джуза, и сегодня мы поиграем в интересную игру под названием Halo.io. Ну или .io, я не знаю, кто как хочет так называть, но суть в том, вы, наверное, уже видите то, что нужно вот так вот ездить за черную дыру и поглощать все здания в себя. Мы поглощаем, ну не только здания, машины, деревья, все постройки, все, что влазит в нашу дырочку, мы все это поглощаем. О, бомжики какие-то здесь тусуются. Мы зашли в какой-то бомжатский район, по всей видимости. Ну не бомжатский, а район бедных, нищих людей, поэтому мы здесь все пожираем. Суть этого режима заключается в том, что нам нужно за 2 минуты добраться стольких сил, стать настолько большими, чтобы, ну, занять первое место. Но пока что, смотрите, пока что я лидирую, я самая большая дыра на районе и поглощаю поэтому больше всего. И чем больше мы поглощаем, тем больше мы становимся. Вот такая вот интересная игра. Но это еще не все. Я вам показываю сейчас это только потому, чтобы, ну, ознакомить вас с игрой. Потому что дальше... Дальше есть у нас интересный режим, как Battle Royale, и там уже мы будем сражаться против других. Но мы здесь можем сражаться, но просто суть в том, то, что здесь время ограничено, а там нет, мы там будем сражаться до тех пор, пока не останется последний герой. Вот тот режим мне больше нравится, поэтому если я захожу играть в эту игру, то я играю только в Battle Royale. Самое интересное там, о, здесь военная база какая-то, мы поглощаем все на военной базе, у нас осталось 17 секунд, и мы должны стать здесь, в принципе, победителями, потому что я самый большой, так и остаюсь, смотрите, вот видите, у меня коронка летает, но мы можем вот этих ребят поглотить, или не можем, я не знаю, но они вон убегают, очень-очень знатно убегают, ну-ка давайте, нет, не успели, вот, самый первый Джуза Плей, продолжаем. Теперь мы меняем режим на Battle Royale. И здесь должно быть что-то интересное. О, город. Город. Так, смотрите, здесь маленькие черные дырки. Так, да, не получилось поглотить. Надо, блин, аккуратно все поглощать. Потому что мы пока маленькие, в нас мало что влазит. Ну вот, вроде фонарные столбы. Машины не влазят, еще не могу машин поглотить. Так, срочно. Поглощаем, прокачиваем наш уровень. Блин, уже есть большие ребята, большие. Здесь надо быстро. Ой, все делать. Быстро машины мы можем поглотить. Ну, машин падай, ну ты же... Как она проехала, это неизвестно. Так, вот этот дом не можем поглотить. Так, вот это все собираем. Вот эти маленькие стоячие машины можем? Во, вот эти можем, а которые на ходу пока что не можем. Вот скамейки здесь тоже надо все поглощать. Блин, надо тогда убираться в какой-то другой район. О, вот эти дома. Ай-яй-яй. Ой, здесь малютки стоят, смотрите, мы их тоже поглощаем. Чтобы, ну, они там не стояли, не скучали, поэтому мы здесь все соберем. Вот этот дом можем поглотить? Нет, он слишком большой, слишком большие дома. Так, надо дома поменьше. Вот этот тоже не залазит. Да что ж ты будешь делать? Так, мы пока вообще даже рядом с лидерами не стоим. Ну, мы на 8-м месте, ребята, на 8-м. Или как? А как? Нет, мы не на восьмом. Это 8-й уровень у меня. Всего 5 игроков осталось. Все, мы уже вроде бы увеличиваемся в размерах. И сейчас будем прокачиваться очень-очень быстро. Надеюсь, потому что вон за мной уже идет какая-то черная дыра. Зеленая черная дыра поглощает. Так, ребята, отстаньте. Не поглощайте меня. Я убегаю от них. Убегаю. И вот эти здания тоже, в принципе, наверное, вот этот небоскреб поглотил. Жесть, так, а где? Я вырвался на второе место, ребята, я на втором месте. Поэтому у нас вроде бы дела обстоят хорошечно. Мы сейчас здесь будем прокачиваться. А 3 игрока осталось, поэтому я на втором месте. Остальные все уже погибли. Здесь дома вон валяются, но я эти не могу еще, наверное, поглотить. Или могу? Давай вот так вот. Есть! Я съел этот небоскреб. Теперь вот эти. Вот эти большие домики. Но здесь как-то карта маленькая, что ли, мне кажется. Или мы недостаточно прокачались. Вон, желтый на первом месте. На первом месте мы его должны обогнать, иначе он нас поглотит полностью. О, вот на этом доме Кока-Кола. Я хочу Кока-Колу, давай. Мы съедаем дом вместе с Кока-Колой. Что здесь большие дома, ребят. Просто гигантские. О, все, я теперь на первом месте. Я должен пока удерживать эту позицию, иначе кто-нибудь нас обгонит, и все, и мы проиграем. Так, а давайте я попробую максимальный размер прокачать. Просто гигантизм. Да, карта здесь маленькая, бывают карты побольше.
А это как-то малютка, но зато дома большие. Смотрите, какие гигантские дома. Я хочу стать настолько огромным, чтобы вообще быть с размером эту карту. Надеюсь, у меня получится. Давайте будем проверять это все дело. Так, это все мы поглощаем. Или вот внизу есть что-то здесь. Машины тоже мы все собираем. Вот здесь еще есть здание, которое я не знал. А чё, один игрок остался, это того поглотил, что ли? Чё ж так быстро? Ну, мы остались вдвоем только, но все равно. А чё он там забился в угол? Ты АФК ушел, что ли? Ну ладно, даже если он АФК ушел, я все равно хочу здесь настолько много прокачаться, чтобы все поглощать. Это моя цель. Насколько можно быстро, сильно прокачаться? У меня уж 46-й, да, уровень. Давайте до соточки сможем подняться. Какого размера мы будем, если будем сотого уровня? А чё он там в углу забился-то, парень, давай поднимайся. А ну просыпайся, давай. Ты должен сражаться. Ну он что-то сдался, что ли, или его здание там придавил. Ну смотрите, мы уже какие гигантские. Были-то малютки совсем. А сейчас уже просто целые районы поглощаем. Жуть какая. Вот если такая дыра была бы в реальной жизни, то бы никому не поздоровилось. О, здесь здания уже появляются, мы идем за ними. Здание, кушаем мы все здания. Так, здесь все появляется, мы уже 62 уровень. Да, ну прокачка здесь достаточно быстро идет. Так, мы этот микрорайон съели, теперь идем сюда к высоточкам. Здесь как раз все появляется. А тут реально что-то ушел АФК, оставил меня одного, но это уже я 100% победитель. Просто мы сейчас проверяем челлендж, насколько можно быть вообще большим в этой игре. Кстати, если ты играл в эту игру, обязательно напиши об этом в комментариях. Или напиши, хочешь ли ты поиграть. Если хочешь, я давай ссылку тебе оставлю в описании. Зайдешь, поиграешь, если хочешь. Думаю, тебе, в принципе, это все может понравиться. Потому что, блин, ну мне нравится, можно вот так вот зайти, поиграть. Она не особо требовательна, просто с браузера запускается. Ты играешь, поглощаешь, здесь все радостный, большой становишься. Смотрите, какая у меня корзина. Все в меня падает уже, все, жесть. 86 уровень. Так, ну, наверное, знаете, я вот прокачаюсь здесь до большого размера и могу, наверное, даже в АФК уйти. И я просто буду стоять, и предметы будут появляться прямо во мне. Они уже во мне появляются. Ну, а так будут прям вообще все появляться. Так, вот этот райончик мы тоже поедаем. Жесть, вот это я гигантский парень стал. Надеюсь, я малютку не съем. Не съел. Потому что если я его съем, то игра закончится. А я хочу... О! Сотый уровень, ребят. Мы сотый уровень. Но мы можем идти дальше, по всей видимости. Да, 101 уже уровень. Жесть, а какой максимальный уровень? Надо это проверить. Будем проверять. Но чтобы это проверить, нужно больше качаться. И пойти в АФК, кстати, посмотреть, что да как там у нас будут проходить дела. Так, а что если я уже сейчас вот здесь вот в АФК стану, насколько я буду быстро расти? Вот здесь вот, смотрите, я уже все поглощаю, у меня уровень растет. Вот эта полоска вокруг моего круга, она вот увеличивается, это уровень повышает, смотрите. Просто я стою уже, ничего не делаю, и я поглощаю все на своем пути. Поглощаю 120 уровень, кстати. И кажется, чем больше я остановлюсь, тем быстрее у меня уровень прокачивается. Хотя... Нет, здесь уже я, видимо, поглотил все предметы, поэтому прокачка долго идет. Вот здесь появляются предметы, и я их все съедаю. Все съедаю, смотрите, прокачивается так. Вот здесь появился микрорайон, надо его закушать. И вот здесь вот тоже все появилось, и это тоже надо поглотить, потому что, ну что, он стоит без дела. Мы его должны обязательно поглотить. Поглощаем. Есть. И теперь вот здесь вот уже все появляется. Но смотрите, я бегаю рядом с маленьким кружочком желтым, когда-то он был гигантский. И я теперь боюсь, чтобы его случайно не скушать, потому что я уже 140 уровень. 141 даже. Ну так, давайте, наверное, ускорим процесс. Я просто вам включу в ускоренное видео и посмотрите, как это вообще происходит.
Вот и все, ребята, победа, первое место. Я смог прокачаться до гигантских размеров, просто стоял АФК и поглощал. Да, это было мощно. Ну, кстати, надеюсь, тебе нравятся такие форматы, что ну не только Roblox, поэтому если хочешь, чтобы было больше видео по другим играм, обязательно напиши в комментариях, поставь лайк, ну и подпишись на канал, почему же ты не подписан до сих пор. На этом у меня все, не болейте, не скучайте, пока-пока.